Ладушки. Это была какая-то копия Эйприл. Фальшивая Эйприл. Выглядела как настоящая. Да, получилось. Я очистил компьютер. Вроде бекона тофу. Идем. Мы должны найти нашу Эйприл. И бекон тофу не выглядит настоящим. А на вкус настоящий. Эйприл! Не сопротивляйся, Эй. Спорим, что за этой дверью что-то очень важное. Эйприл О'Нил скоро прекратит существование. Нет! Нет! Да! Прощай, слабоушка Эйприл! Ты в порядке? Мозги горят. Сейчас взорвутся. Святой Дарвин! Клоны Эйприл! Жуть! Идеальные генетические копии. Жуть! Ну, а так... норм. Эйприл! Я так рад, что ты жива. Кажется, пора сваливать. Наверняка Кренги вырастили их, чтобы собрать ее ДНК. Жуть! Может, хватит уже? А где настоящая Эйприл? Вы куда, ребят? Хотите бросить меня? Давайте выбираться. Нужно спешить. Это я, Эйприл. Вы куда, ребята? ДНК, принадлежащая Эйприл, пропала, Крэнг. Крэнгу нужно больше Быстрее, давайте выбираться. Не слушайте их. Я настоящая Эйприл. Это я, Эйприл. Эйприл! Нет, я настоящая. Нет, это я. Настоящий ДНК, Эйприл. Ну, может, возьмите мои волосы или ногти? Там тоже ДНК. Это же я здесь. И кто из них кто? Нет, настоящая я, это я. Нет, я. Нет, я. Быстрее, Дон, быстрее! Я делаю все возможное. Эйприл! Нет, я. Вот настоящая Эйприл. Черепахи выжили. Открыть контейнер с неудачными образцами. Ну все, парни, с меня хватит. Это Эйприл даже на моих нунчаках. Уходим! Что это за чудовище? Залазьте! Убегать от Крэнга в их же фургоне. Какой-то неудачный клон. Генетический мусор. Слабоушка Эйприл! Я ваш должник. Вам удалось удалить информацию с компьютера Крэнгов. Это едва не стоило нам жизни. И мы выжили только благодаря Эйприл. Не знаю, что ты сделала, но ты спасла нас. Я сама не знаю, что это было. Я очень испугалась, а потом... Вы займитесь этим чудиком, а я спасу Эйприл. Черт! Я хотел это сделать. Бац! И Крэнги поджарились. Дальше пешком. Я поехал. Кому-то нужно присматривать за крэнгами. Они повсюду...
Эйприл! Отлично. Меня спасает Раф. Я точно не доживу до рассвета. Я тоже тебе рад, Эйприл. Если вам будет нужна моя помощь, вы знаете, где меня искать. Отпусти! Раф! И? Что ты выяснил, Донни? Это... Не может быть. Что? Что там такое? Основываясь на данных из лаборатории Крэнгов, твоя клеточная структура представляет собой смесь человека... Донни, ты закончил там с компьютером? Пока еще нет. Давай быстрее! Человеческая ДНК и ДНК Крэнгов. То есть, хочешь сказать... Ты не совсем человек, Эйприл. Вот откуда у тебя способности. Она раздавит мое лицо! Эйприл хочет обнимашек. Ты наполовину человек, наполовину пришелец. Мутант. Мутант? Добро пожаловать в семью!
we call.